Вот так нас постригли все. Немного у нас осталось. Овец, но что есть, будем наращивать. Много старых в Европуковке, а мне их жалко. Жалко отдавать. Резать жалко. Все жалко. Баран что-то копыта подстригли. Ходит как этот. Какой у нас сегодня? 15 наш. Мая. Травы практически нет. А так оно слепень выглядит. Да, мое золото, он ходит под руки, да? Постригли буквально 3-4 дня назад. Вот баран такой молодой. Тут стоит трехгодовалый, но что-то я не пойму, как то. Лисом ко мне едет. Лисиком едет. Ух ты, мое золото тоже едет. Иди, мое золото. Старое что-то. Услышала, что ли, да? Вот так посмотрела странно. Странно посмотрим. Пойдем, пойдем еще, пойдем. Пойдем, мое золото, он не. Свищ какой-то такой. Гнойник, что ли, или что-то такое. Появилось. Яшка, яшка, яшка. Иди. Старая, иди. Травы совсем нет. Старая, иди. Чего? На, иди. Люсь, на семечек. Будешь семечки? На. Люся, на, иди. На, Люся. На, иди. На семечек. Овцы бодаются. Старый ко мне идет. Ты ко мне чесаться идешь, да, мой золото? Такой золотый Люся, да? Все старые. Вот две старых. И это самая старая. Слепень идет, да? Слепень идет. Вон как. Мелко. Молочную листву. Вот. Надо его проткнуть, у него шишка какая сбоку. Ну, это часто бывает такое. У овец. И на коленке он самый старый. Не знаю, как, чё, как буду смотреть. Вон шишка. Видно, не видно. И вон так. Ага. Баран наступает. Старые. А, старые. А? Иди, иди, на. Старая, на. На, иди, старая. Старая, на. На, иди. На, старая. Яшки, пешки, пешки. Яшки, пешки, пешки. На, иди.